Всем привет! Сегодня будет небольшой экскурс по дизельным регуляторам давления топлива. Также под конец ролика я покажу, как выглядят регуляторы разных производителей. Начнем с того, что регуляторы делятся на два типа. Первый – это регулятор высокого давления, соответственно, он регулирует высокое давление топлива. Второй – регулятор потока, он регулирует количество топлива, которое попадает в насос. Есть три варианта сценария использования этих регуляторов. Первый – это только регулятор высокого давления, второй – это регулятор потока, и третий – они установлены в систему оба. Самый лучший вариант – это третий. Так происходит самое точное дозирование и регулирование топлива. Еще эта система является более надежной и ресурсной. На самую первую систему Common Rail устанавливался один регулятор – это регулятор высокого давления топлива. Данный вариант в современных системах не используется, так как он устарел. Также и второй вариант с одним регулятором потока практически не используется. В некоторых видах регулятора высокого давления топлива есть сеточка. Она имеет свойство сбиваться, после чего блок управления двигателем падает в аварийный режим, и автомобиль перестает поднимать обороты выше 3000, а на приборной панели горит ошибка. В регуляторе потока сеток нет. Так как этот регулятор работает по низкому давлению, его износ происходит гораздо медленнее, чем у регулятора высокого давления, поэтому его ресурс гораздо больше. Также регуляторы потока разделяются на два типа – это закрытые и открытые. У каждого типа есть свои плюсы и минусы. Разные производители делают разные по внешнему виду регуляторы, но внутри они принципиально одинаковые. Это электромагнит, внутри которого ходит шток. Сам шток перекрывает отверстие, через которое проходит топливо. Сильнее открываем отверстие, больше льется топливо, и наоборот. Регулятор потока фирмы Bosch. Регулятор потока фирмы Delphi. Регулятор давления фирмы Siemens, новое название Continental. Регулятор потока фирмы Denso. Регулятор давления фирмы Bosch без сетки. Регулятор давления фирмы Bosch с сеткой. Регулятор давления фирмы Bosch с сеткой устанавливается только на топливную рампу. Это были краткие сведения о регуляторах давления. Все виды работ по ремонту дизельной топливной аппаратуры рекомендую проводить в специализированных сервисах. Была полезная информация, ставим палец вверх, а чтобы узнать еще много чего интересного, подписываемся на канал. На этом у меня все, всем пока!